АГУ – главное высшее учебное заведение страны, кузница кадров. Ежегодно сотни абитуриентов с волнением переступают порог университета. Каждый из этих ребят уже определился с выбором профессии. Сейчас в приемной комиссии они сдают необходимые документы для поступления на один из 8 факультетов. Мария Кабирова приехала из села Псхум. Девушка поступает на филологический факультет. Поступаю я на филологический, на английский язык. Ну, выбрала, потому что считаю, что потом я в будущем могу стать переводчиком. И людей не работать в турфирме. Не знаю, английский всегда нравился. В АГУ принимаются граждане республики, иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на территории нашей страны. Приемная комиссия университета работает в будние дни с 9 утра до 4 вечера, без перерывов. Для поступления в Абхазский государственный университет в приемную комиссию необходимо сдать следующие документы. Личное заявление, аттестат, копию паспорта или документа, удостоверяющего личность, медицинскую справку по форме 086У, фотографии, 6 фотографий размером 3×4. И юноши предоставляют приписное свидетельство, либо военный билет, если они уже прошли военную службу. Также абитуриенты могут подать в приемную комиссию и другие документы, в том числе дающие им право на льготы. По госзаказу в этом году в университете выделено 346 мест, в основном на педагогические и сельскохозяйственные направления и специальности математика, физика, биология, химия, география, история, филология, абхазский и русский язык и литература. Наибольшей популярностью среди абитуриентов по-прежнему пользуются юриспруденция и экономика. План приема абитуриента в АГУ формируется, исходя из необходимости подготовки кадров для нашей республики. Так, на филологическом факультете идет прием документов на новое отделение – теория перевода и межкультурные коммуникации. Эта специальность строится на базе двух основных языков нашей республики, прежде всего абхазского языка и русского языка. Поэтому переводчики такого профиля нам просто необходимы. Квалификация этой специальности позволяет нашим выпускникам работать референтами, переводчиками со знанием абхазского и русского языка, преподавателями русского и абхазского языка в школах, корректорами, редакторами и различными, значит, офисными менеджерами со знанием двух языков. Абитуриенты имеют право на льготное внеконкурсное зачисление в АГУ. К таким абитуриентам относятся лица, окончившие школу на золотую или серебряную медали, дети ветеранов, если один из родителей погиб, дети-инвалиды первой и второй группы, дети-сироты, репатрианты и их дети. Также льготами пользуются граждане, уволенные с военной службы и поступающие в АГУ по рекомендации Министерства обороны Абхазии. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.